Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Снова озвучена идея привязать штрафы ГИБДД к стоимости автомобиля. Ее высказал один из московских чиновников. Он ссылается на опыт некоторых зарубежных стран, где наказание за нарушение ПДД зависит от дохода нарушителя. «У нас же такая штука не пройдет», — говорит автор инициативы. «Ведь зачастую лихачи официально нигде не работают, но владеют премиальным авто. Поэтому и надо ввести принцип: чем дороже машина, тем выше сумма взыскания». Трасса 101. Санта-Фе четвертого поколения для России компания Hyundai собирается представить в феврале этого года. В линейке моторов кроссовера появится новый агрегат – бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра и мощностью 180 лошадей. Внешне машина изменилась за счет иной решетки радиатора, светодиодных Т-образных дневных ходовых огней, увеличенных колесных арок, где помещаются 20-дюймовые диски. Задние фонари соединили горизонтальной полосой. Цены на нынешнее поколение Санта-Фе начинаются почти от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Трасса 101. Событие, которое называют прорывом в сфере производства электромобилей. В Китае начались испытания аккумуляторных батарей для зеленых авто, которые полностью заряжаются за 5 минут. Придумали их в Израиле. Главная особенность устройств заключается в том, что графит в них заменен на сверхмаленькие полупроводниковые элементы. Ток в них протекает быстрее, встречая меньшее сопротивление. Интерес к разработке уже проявили некоторые всемирно известные компании. Трасса 101. В марте назовут победителей Всемирной премии «Женский автомобиль года». Год имеется в виду 2020. Лучших из лучших выбирают женщины-журналисты из почти что 4 десятков стран. Награды вручат в 9 номинациях. Например, в категории «Городской автомобиль» на приз претендуют Toyota Yaris, Peugeot 208 и Honda Jazz. Семейный автомобиль «Шкода Октавия», Audi A3 и BMW 4 серии. Звание «Городской кроссовер номер один», по мнению представительниц прекрасного пола, достойны Peugeot 2008, Renault Captur, либо Kia Sonet. Последний будет, возможно, продаваться и в нашей стране. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.